Вот у нас тут зоопарк сегодня, клетку моем. Вот такая клетка огромная. Она очень большая. Сейчас буду прутья мыть. Муська за пасюками наблюдает. Вон они 5 штук сидят. Гектор, Хавьер. Айзелька носик высунула. Прям вижу, он у нее такой пухлый. А че у нее такой нос-то здоровый? Алия и Сладочка. Это у них такое клетка. Передержка. Ну и Петя тут что-то выжидает. Чего выжидает, непонятно. Лаборатория для ингаляций. Пабло с Дейзи спят после ночной прогулки. Всю ночь на выгуле были, спали в тумбочке под кроватью, на пледике. Вот они у нас какие. Сладкие. Маленькие. Трусишка, а вот Гектор лежит. Какие же вы разные-то все, а? Говорят, такие они одинаковые, как ты их отличаешь? Имена у них, что ли, у всех есть не просто имена. У них имена очень под стать им. Вот Хави, прям король. Гектор, какой же ты красивый, а, зайка, скажи, слава богу, мне сейчас ингаляции не делают, таблетки не дают. Петя тут с Мусей хочет поиграть, не дает ей покоя. Крысиный дом, зверинец. Муська, ну ты чего? Да не тронет он тебя. Ты ж спишь, ты ж тут хозяйка. Мусенька, посмотри, пасючки. Муся вообще крыса. Интересно, она их боится. Да, Муська, боишься? Ну чего ты около меня шаришься? Все, Петя, уйди. Все, фу, маленький. Посмотрел и хватит. Ну, тоже интересно, что за запахи. Вон Айзеля свой нос, блин, высунул. Какой у него картошкой прямо, а?